всем привет, с вами Хайпи, сегодня мы продолжаем играть в Sally Face. Так, на чем мы с вами остались? О, вот, кто вы, где я, если уже был, значит так, кто вы? Мы все и ничто. Где я? Ты везде. Я мушку отставлю, подождите. И нигде. Я здесь уже был? Ты был здесь всегда. А, да черт с вами. Ага. Там образы Салли старого и Салли из тюрьмы. Там оранжевая проскакивает в пустоте. Так. Дом в пустоте. Ну-ка, как... Чтоб я забыла, чтоб я еще и таймер включила, называется, вовремя. Никогда такого не было, и вот опять. Так, хорошо, интересно. О чем мне сейчас это Амори напоминает? О чем мне теперь это Амори напоминает? О, боже. Who are you? I'm from Ancient Greece. Здрасте. Я рад, что ты не был. Не забыл, где тебя искать. Who are you? I'm from Ancient Greece. Я вас знаю. Мы разговаривали много раз, Сал. Вы что, собираетесь говорить загадками, как голоса? Выйди, Джим? Когда-то я был им. Часть меня была. Я пошел до огромной жертвы, чтобы попасть сюда. И многое потерял на пути. Джим Джонсон? Подожди, who is Джим Джонсон? Понятно, загадки мне обеспечены. Ваша семья. Мне так жаль, Эвелин. Эвелин, Ларри. Лиза. Это уже было жаль. Раньше. Мне казалось, что я могу спасти их, изменив будущее. Я желал только этого. Лиза слая, вы светочем моей жизни. Я никого так сильно не любил. Я не считаю, что ты виноват в их смерти. Я понимаю, что так было нужно. Ты тоже многое потерял в тот день. Но от этого никуда не денешься. Все живое, рано или поздно, умирает. Я помню, каково это. Жить. Чувствовать. О постоянной буре эмоций я не скучаю. Только вот все это было зря. Тени никуда не делись, а пожиратели скоро призовут чуму. У них слишком много влияния. Я не смог остановить. Я зря умер. Я зря убивал. Ты все еще можешь остановить их, если захочешь. Более того, ты ключ к их уничтожению, если тебе теперь не все равно. Вы опять про эти дурацкое пророчество. Никакой я не избранный, не герой. Я никого не сумел спасти. Не бывает избранных и героев. Вот только люди, которые выбирают героические поступки. Победа или проигрыш, свет или тьма, добро или зло. Это больше не имеет для меня значения. Я все равно хочу, чтобы... Хочу тебе помочь, если ты согласишься. Так как я могу быть на такое способен? Когда ты умер, твоя душа раздробилась, даровав тебе необыкновенную способность. Ты можешь проникать в параллельные миры. Но сперва придется потренироваться. А как мне потом вернуться в свой мир? Это будет непросто, но я подготовился к твоему приходу. Я смастерил устройство, которое тебе поможет. Твоя подруга Эшли уже поставила устройство над твоей могилой. Это замечательно. Но устройство большей частей. Их нужно собрать в трех мирах, в которых они спрятаны. Три пирамиды Ансит мы спрятаны в трех головоломках. Ты должен их собрать. Вы же сами спрятали эти пирамиды Ансит, или как их там? Вы не можете их понести? Это невозможно. Я больше не могу вмешиваться в такие дела. К тому же, я стёрла своей памяти решение головоломок. На случай, если кто-то попытается украсть пирамиды. Но я могу показать тебе, где они находятся. Ну, хоть время выиграю. С чего мне начать? Раньше здесь была дверь. Минуточку. А, вот же, да. Ага. Твой путь начнется за этой дверью. Будь начеку. Подождите, там... А можно я сначала спущусь вниз? Подождите, я хочу узнать. Я хочу посмотреть, what is it? What is that? Рассвет человечества одержал победу над древнейшим конфликтом. Они — ничто из ничего. Ты не должен позволить ему угаснуть. Чего? И шо?
И кого? А! А, я могла... Я просто ушла отсюда. Так, хорошо, а если я пойду сюда? Ну так, чисто из интереса. А я все еще ухожу отсюда, да? Хорошо, сюда. Не, нельзя. Ну, я хотела узнать. Мне было интересно, что это за хрень. А, черная комната еще есть. Человечество барахтается в бесконечном космосе в попытке убежать от сумерек. Не, не так. Но все равно. Не. Но все рано или поздно возвращается в тень. Я не знаю, как это озвучить. Все, оставьте. Хорошо. Давай назад. Давай, ага. Типа, мне как будто бы дают выбор. Свет или тьма, добро или зло. Конечно же, мы выберем добро, но... Фига ты, Джон Джонсон. Мастерская Джима. А, это мы, я понял. Так, 2, 2. 3, 4. Ага. А тут что-то еще есть? Куда я иду? Тут какая-то тьма. 5 и 2-6. Ну нет, номера 6. Ладно, пойдем по... Боже, почему я не могу бегать? Тут бы очень пригодился бег, чтобы скоротать вот это вот все дело. Ладно. Давай. Ну давай. Начнем со второй. Какой-то что, инопланетяне? Вот на Oxenfree сейчас похоже. Там тоже был такой вот треугольничек. Блин, классная игра Oxenfree. Так. Генри. Боюсь приехать, мы все еще не можем. Генри, это его отец? Дом выставлен на продажу. Уже 4 года. Это важно шаг. Я надеюсь, что вы сможете сделать его в ближайшее время. А пока, думаю, кот будет большим подспорьем для Сала. Его состояние сильно улучшилось за последний месяц, с момента, когда ему было рекомендовано завести котенка. Вы уверены, что он готов вернуться домой? Он более чем готов, Генри. А вы уверены, что готовы? Да. Я буду рад, если мой сын вернется домой. Угу. Нам показывают, короче... О-о-о! Что это такое? Неожиданный поворот. Ты побудил душевную связь. Поначалу ощущения могут быть странными. Если честно, ничего странного. Словно я всегда здесь был. Словно я наконец-то проснулся. Я напрягал это странное чувство близости, но мы с тобой разные. В зуме ты найдешь первую пирамиду. Принято. Фига себе! Письмо от Эшли? Сал, прости, что сразу тебя не поверила. Я отчаянно пыталась всем помочь. А теперь все рушится у меня на глазах. Надеюсь, что еще не слишком поздно. Надеюсь, что смогу исправить свои ошибки. Хочу, чтобы ты знал, я... И все. Конец. Наверное, что-то отвлекло. Угу. 1.45. Не могу уйти. Нужно найти пирамиду, понял? Боже. Он такой угарный! Он такой угарный! Просто, что ты такой? Комната заперта. Наглухо. Так, гостиная. О, боже. Ага. 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 Все, есть контакт. А что мне это дало? Я не знаю. Тут... А здесь еще что-то есть? Нет, нету. Ладно. Интересно, так. Комната Сала. Так. Джуис, маски здесь по-другому выглядят. О, а что это за хрень, блин? Что это за кости, я не понимаю. Я... Там глаз нет, кстати. Как у Сала в комнате. Магнитофон. Все. Фотография. О, блин. Они так угарно выглядят. Такие. Угарыши. Так. 5, 0, 2, 3. Опять записывать. Где мой листочек? А где был мой листочек? Ну пофиг. Я сейчас новый найду. Вот, с каракулями. Так. 1.45 и 5.023. Значит, запишем. 1.45 5.023. Есть контакт. Идем дальше.
Так, подвал, ванная. Пойдем в ванную, может, а вот что? Что-то там кровь. О, 7, 8, 4, 2. Так, 7, 8, 4, 2. Угу. Хорошо. Ее заклинило. Так, значит, что надо сделать? А что? А, значит, код подбирать будем. Так, либо 7, 8, 4, 2. Нет. 5. А, ну, тут, может, 1, 4, 5. Тут 3 кода. Нет. 5, 0, 2, 3. Странно. А если это не отсюда, то откуда? Так, это мы уже читали. Это ты зачем подобрал, называется? У меня инвентаря нет даже, чтобы вы понимали. 1.45. Вот с часами, ну, с Алифейс много чего связано, на самом деле. Тут у тебя точно ни с чем больше нельзя повзаимодействовать? Ну так. Да. Отстань. Угу, МГП какой-то... Угу. Боже, он похож на Бэйби из Sister Location. Может, я неправильно, может, там не 7, может, это 1 такая упоротая. И тогда это 1, 8, 4, 2. Нет. Так, подождите, если это код? Что я не понял. Точно я правильно записала? 5, 0, 2, 3. Так. 1, 45, 7, 8, 4, 2. Может, 2, 4, 8, 7. Может, наоборот? Оно же в зеркале. Может, попробовать наоборот? Это же зеркало все-таки. Пробуем 2, 4, 8, 7. Нет. Чисто 2. Ой, нет. 2, 4, 8, 1. Нет. Странно. А почему? А что мне дали вот эти штуки? Мне это же что-то дало, да? Не могу понять, что комната сала, шкаф открыть нельзя. Ничего нельзя. Я заклинила. Странно. Однако странно. Однако очень странно. Я не понимаю. Подождите, я же все правильно делаю. Код там, код здесь. И типа... Ну, 1.45. Не могу с этим... Я даже взаимодействовать с этим не могу. Письмо. Подельник нельзя открыть. Не могу идти, нужно найти пирамиду. Странно, тут делать-то особо и нечего на самом деле. Но я не могу понять. Я с растением повзаимодействовать не могу. С этими я тоже не могу их потрогать. Так. Отсюда сюда, к приборной панели. Ну. Код трехзначный. 1.45. Нет. 1, 2, 3. Нет. Очень, конечно, мне это нравится, называется. Мне это очень нравится, когда я вообще не понимаю, что мне делать. Ладно, hold on. Ты что, мне это сложить надо было? В смысле, прикиньте, мне это надо было сложить. Я тут уже глянула. Вообще нелогично, вообще нелогично. Как я должна понять, что это надо складывать, а? И мать. И твою мать, хорошо! Ух ты! Эшли! Сидит с Гизмо. Встал? А она придет типа к нему по итогу, да? А чё ты, блин, такая?
Нуберт Сильва, Моэссон, Пых Коэн. О боже. Сал, это ты? Это я. Тебя едва слышно. Почему твой призрак так выглядит? Как такое возможно? Я столько хочу тебе рассказать. Пирамиды. Ой, одна из них засветилась. Уже похоже на то, что... на то, о чем писал тот. Дай-ка взглянуть. Так. Ой, ёк-макарёк, подождите. The Three Pyramids of Asintan. Так, N. To be race around the corpse. North. Так. North, это значит сюда. Подожди. The symbols are some kind of cope, but where are they? Сюда, сюда, сюда. Я не могу с ними ничего сделать, самое интересное. Ну и все получается, а чё я могу с этим? А чё? И чё? Что ты хочешь от меня? Что ты от меня хочешь? Что тут написано? К могиле берём в руки северную пирамиду вверху, смотрим на появившуюся записку, обращаем внимание на рисунки на строку North. Взаимодействуем с гранями пирамиды, нажимая на те части, на которых есть указанные пара сегментов круга. Ага, окей, хорошо, то есть... Значит... Вверх. Сюда. 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 О, понял. Емать. Пока мы сали. Ты справилась, Эш. О, я снова здесь. Что ж, пойдем дальше. Что, опять по новой вот это вот ходить? А можешь с ним поговорить? Слушайте. Джим. Итак, что с вами произошло? Ты знаешь, что когда-то я был человеком. Случайно открыв для себя новый мир, я нашел в нем любовь. И умер, пытаясь ее защитить. Мой человеческий облик был утрачен, душа веками скиталась по пустоте, пребывая в бескрайней тьме. Я стремился вернуться домой. Когда я понял, что это невозможно, нашел способ проникать в другие миры. Мост. Чтобы использовать такие технологии, моя душа должна была измениться. Пока я продолжал пользоваться мостом, моя душа продолжала меняться и развиваться. Я больше не человек. Что за рода мусора? Я боролся с множеством разных изобретений. В прошлой жизни я был инженером, и мое желание создавать никуда не делось. Заставил и остаток моей удивленной человечности. Скоро вернусь. Понятно. Инженер, я фотограф. Хорошо, погнали дальше. Так, еще одну пирамидку сейчас найдем. Пирамида. Пирамида. Так, воспоминания. Пап, когда мама вернется из больницы? Думаешь, она узнает меня с новым лицом? Чтоб тебя ссал. Может, не будем начинать? Я вас по ней скучаю. Она мертва. Мертва, черт побери. Мама не вернется. Ебать. А как же человек с собачьим лицом? Мы это уже обсуждали. Никто мне не верит, но я видел челопса. Прекращай, Сал. Капец. Он маску одел. Я его положил, потому что это мой любимый цвет. Надеюсь, с ним она меня узнает. Ну вот что ты, ребенок не может принять еще правду, чел! Ты тундук? О боже! Я искал это место и провел очень много времени в этих лесах, пытаясь найти хоть какие-то доказательства того, что все было на самом деле. Что я не сошел с ума. Совет пошел на разные ухищения, чтобы искать это место. Они спрятали его с помощью того, как называемого скрывающегося заклинания. Конечно, магия не считает науку, которую его просто не понимают. Разумно. Хотя, честно говоря, скучноватое объяснение магии. Ну да ладно. Ведь тут тоже кое-что припрятали, да? Здесь находится вторая пирамида. Ёк-мака... А, я вам... Ничего себе! Подожди. А что с руками? Что с его рукой? Что с рукой? Почему? Я хочу посмотреть поближе. Охренеть. Что это за указатели-то, блин, такие?
Что это за хрень? Ладно. Окей. Так. Ага. А, так, надо, значит, здесь что-то сделать. Капец, 3D-пространство появилось. Верить я все еще не могу, конечно же. А что это? А что, тут что-то есть? Нет, тут ничего нет. Хм. Что ж за челопёс-то такой, мне уже интересно. Человек, но собак. Нюхает и какает он, как собак. Можно взять камень? Нет, камень нельзя взять. Это похоже на могилку. Ага. Но я больше никуда не могу пойти. Достаточно ограниченное пространство, если честно. Но даже на таком ограниченном пространстве я ничего не вижу и не понимаю. Что они хотят от меня? От меня что-то хотят. Я опять ничего не понимаю. О-о-о-о-о-о, тут что-то есть, тут что-то есть. Так. Тут что-то есть. Ага. Так. Угу. Значит, типа... Луна. Луна, солнце. Солнце, солнце, луна. Луна, солнце, луна. И три... А, я, кажется, поняла. Я... Угу, ну, вроде бы. Так, а что... А, это все три я посмотрела, типа. А, хорошо, они там показали, типа, значит, так, так, вот так, вот так, вот так, вот так. Если я правильно поняла, как это работает, то должно это работать как-то... Значит, солнце, солнце, солнце. Да! Я правильно поняла. Боже, вот это, конечно... Блин, вот это, конечно, постарались сделать. Тут даже, пускай маленькое, но 3D, какое-никакое 3D-пространство. Ага. А вот тут со второй посложнее. Подожди. Со второй и с первой посложнее, потому что... типа, может, это надо... Там же только вот одна... Там на той плитке без одной вот этой вот. Это будет сложно. Это будет сложно, значит... ну, можно что-то попробовать. Так. Сейчас... А, я уже не могу с этим повзаимодействовать, что самое интересное. Так, хорошо, я не могу с этим взаимодействовать. И что? То, может, где-то там дальше есть что-то еще, да? Так. Нет. Не могу пойти никуда. Опа. Плиточка. Ага. Значит, так, так. Вот так. Вот так, вот так. И вот так. Да. О, и все, я все открыла. А, слушайте, так это показалось проще, чем я думала. Угу. Ага, 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 ага. Я поняла, все как в первой загадке. Боже. Ну ты, конечно, брат, немножко тебя сконтузило чуть-чуть. Ага, то есть это связано с вот этой. И теперь я... О, все, я догадался. Я умный. Хорошо, еще одна пирамидка есть, оказывается. Отлично, отлично, отлично. Зажглась еще одна. Продолжай, Эш. Я крепну. Выглядишь ты не очень сал. Я разберусь. Давай пойдем тебе по-новому. Так. Значит так. Получается, это вест. Значит, сюда. Сюда. А, здесь. 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 Сюда. 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 Есть! Я умный, я умный, я догадайся. Так. А вот что-то, если я зайду в свет или в тьму?
Ну так, может, что-то новенькое будет. Мы мечтатели всего сущего. Ага. И срущего, да? Хорошо. И в чёрную хочу зайти, ну интересно же. Что такое, Шунин? Мы тени беспокойного сна. Так. Это интересно, конечно, что у них меняются диалоги, это мне нравится. Наверное, было бы что-то, если бы я после первой сюда зашла. Ну ладно. Есть что-то, что у него можно спросить теперь? О! Я навсегда останусь раздробленным. Твоя душа может навсегда остаться разбитой. Такое происходит очень редко, но, учитывая обстоятельства, этого следовало ожидать. А, вот точно не ожидал. Благодаря этому ты обрел способность путешествовать между мирами. Только так ты можешь что-то изменить и расправиться с пожирателями бога. Но почему я? Потому что ты выбрал такую судьбу. Для чего нужны эти пирамиды? Когда твоя душа оказалась раздроблена, ты утратил возможность находиться в своем родном мире. Пирамиды соединяют куски твоей души, и часть тебя вновь сможет путешествовать. Существовать. Блин, не так я себе представлял смерть. Это место мне снится? Я снова не в реальности нахожусь. Это место будешь похоже на изменчивый туманный сон. И откуда... Я откуда-то знаю, что я здесь уже бывал? Ну, этот вопрос так просто не ответить. Понятных тебе слов, которыми можно его описать, не существует. Оно одновременно и выдумка, и реальность. Это в твоем разуме, оно в разуме всех существ. Оно бесконечно, но имеет предел. Оно тьма, оно свет, оно... Ладно, я понял, спасибо. Ага, надо с ним разговаривать, он интересные вещи рассказывает. Так, 2, 3, 4. Подожди, а если я в 5 зайду? Ну вот так чисто, что будет в 5? А, опять же закрытая. Ладно, назад. Пошли назад, пошли, пошли по, как говорится, нарастающей. 4. 4. Вот они, 8 ши. Так. Угу. Готов к нему дню в школе, Сали? Не знаю. Будет весело, познакомишься с кучей ребят своего возраста, сойдешь массу друзей. Внуки, я им не понравлюсь. Быть того не может. Ты самый клевый парень на земле. Я? Ну конечно. Я не хочу от тебя уходить, мамочка. Бояться нечего, любимый. Учителя о тебе позаботятся. Я буду ждать твоего возвращения. Я тебя люблю. А я люблю тебя больше всего на свете, Сайи. Не забывай об этом. Угу. У нас воспоминания идут в обратном порядке. Сначала... Хотя... А может, и не в обратном? Нет, наверное, в обратном. О! Тимбертон! Моя любовь! Это пещера озера Виддигов? Мне казалось, что она куда меньше. Очередная иллюзия, створенная твоим любимым культом. Ого, господин серьезность изволит шутить? Это-то я, Джим Джонсон. Ладно, нужно найти последнюю пианино. Боже, удачи. Боже, какой он красивый. Посмотрите на него. Это Тимми. Вы бы знали просто, в какой я любви от Тима Бёртона и его творений. Вы бы заплакали. Боже. Можно сюда пойти? О, сюда можно пойти. А, опять эти кости, блин, сраные. Я не понимаю, зачем они нужны. Блин, какая красота! Люди какие-то так. Ау, он сам идет. Толок, притормози, чувак, я круче, чем выгляжу, я не побоюсь тебя наваять. Слушай, я не за неприятностями пришел, я просто ищу то, что потерял. Как и мы все. Что ж, держи руки при себе, я за тобой слежу. Обещаю, меня зовут Салфишах. Тола Грей. Так что ты делаешь в этой пещере, Салфишах? Кроме того, что подгадываешься к людям. У меня к тебе тот же вопрос. Не припоминаю, чтобы видел тебя в Нокфеле. У меня тут родственники. Редко приезжаю, но недавно пропал мой дед. Ой, здесь такое часто случается. Надеюсь, ты его найдешь. Спасибо. Мой дед был без ума от этой пещеры. Рассказал, что все эти рисунки оставил ее наши предки. Видел, что на них изображено предупреждение о голодном чудовище, которое охотится в этих землях. Не видел здесь маленькую металлическую пирамидку. Маленькую пирамиду, говоришь? Это ее ты потерял? Ага.
прости, не видел здесь никаких пирамид. А шестиугольников, вращающихся таких? Ты что, напялил маску и пришел сюда искать кучку фигур? Это протез. Что ж, прости, что не помогла с геометрией. Ну и пошла в жопу, Талагрей. Так, вот. А это типа про Салли, да? Типа, половина-то хорошая, половина плохая, раздробленные, там, тьма, свет, все дела. А, нельзя. Хорошо. О, боже. Он так стильно выглядит! Он так стильно выглядит! Блин, реально какие-то оккультные вот эти символы, возможно, реально предупреждение. Так. Угу. Пирамидка, возможно, там. Опа! Шо, опять? Ну, опять 25. Да заколебали со своим вот этим самым. О! Так. О! Слушайте, вот так-то даже легко оказывается. Это сначала было непонятно. Потому что вот кто догадается, что надо сложить? Там, конечно, были плюсы, но... Не знаю, что произошло, но третья пирамида активирована. Это вернет тебя к жизни. Мой призрак сможет взаимодействовать, но тело нельзя оживить. Ты уверен? Получится туман, и на них предполагается, что ты примешь физическое обличие. Я ни в чем не уверен. Ладно, только я займусь последней пирамидой. Хорошо, так. А, сюда. 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 Да, правильно. Есть! Так. Сал? Черт возьми, это должно быть тебя воскресить! Ты в порядке? Мне... больно! О, тут были еще заметки, но я так и не смогла понять, о чем у них говорится. Мне так жаль, Сал. Я снова тебя подвела. Ты заслуживаешь куда больше, куда лучше, чем я. Погоди-ка. Я поняла, о чем говорится в заметках? Я знаю, что делать. О, и надо... Я с радостью отдам жизнь, если это вернет к жизни тебя. Так я могу искупиться, что за... Ты чё, дура? Ты чё, дура? Нет. Спаси их, Салли Крамсалли. Здесь мы встретимся вновь. Ебать! Ты чё, дура? Ты чё, дура? Ты дуреха? Ты чё, дуреха? Ты чё, совсем? Ты чё? Сколько близких ты убьёшь, чтобы спасти мир? Останется ли что-то, что стоит спасать? Хороший вопрос! Если бы Эш осталась, то я бы ещё подумала. Лая, ты в порядке? Да, чувак. Мне... просто что-то в глаз попало. Я же говорю, что этот фильм очень эмоциональный. Это так красиво. Надеюсь, в конце они будут вместе. Они заслуживают счастья после всего дерьма, через которое прошли. Ага. Эй, Ларри. А? Как думаешь, кто-нибудь полюбит меня так, как они любят друг друга? Да кто тебя не полюбит? Я не сечу. И не сечу, что пицца. Ты же Салли Крамсалли, ты идеален, чувак. А-а-а. Бутылка виски. Ну, или просто бутылка с... и таблетки. Конечно, Нил может к нам переехать. Честно говоря, я удивлен, что ты не спросил раньше. Его текущий договор аренды почти истек. Я ждал этого момента. Я буду рад видеть его у нас. Уверен, Лая тоже очень обрадуется. Хотя Лая, скорее всего, не переедет до следующего года. Точно. Что ж, спасибо. Нил будет рад услышать эту новость. А я буду очень рад снова видеть его рядом. Угу. А, вот. Типа, да, Ларри, тот... И Эшли сейчас будет. Блин. Что такое, Сал? Да там полный профан. Прости, что зря потратил твое время. Тебе не стоит извиняться. Мне очень нравится с тобой рисовать. Ты прекрасная художница, Эш, и замечательная учительница. Я никогда не смогу так же классно рисовать. Еще как сможешь. Все, что для этого требуется, практика и решимость. Но только если ты сам этого хочешь. Не нужно быть мастером во всем, что делаешь.
Что там мы делаем просто потому, что это приносит нам удовольствие? И что провести время с людьми, которые нам нравятся? Нет, ты права. Мне тоже нравится с тобой рисовать. Даже очень. Рада это слышать. Захочешь порисовать или просто потусить? Зови. Эшли. Боже. Там все, там Пых, там Лиза, там челы из вот этой вот, там из университета, Сода, Батя. Еще челы. Этот Роцкер, вот этот чел с куклой. Жаль, что ты не видела себя так, как видел тебя я. В моих глазах ты вовсе не была разочарованием. Ты всегда была рядом со мной. Ты делала мне, ты дала мне надежду, когда я больше всего в ней нуждался. Даже когда ты увидела, какие ужасные вещи я совершил. Даже когда ты не верила в причины, по которой мне должен был это сделать, ты оставалась рядом. Это можно отдать все на свете. И то требует заключительного шага. Овладей силой клинка Осириса. Осирис! С каких... Почему... Подождите, Осирис, Осирис, это же египетский бог, да? Египетский же, если я не ошибаюсь. Так. Жива? Что со мной происходит? Капец! Они типа единым целым стали. Эш, ты меня слышишь? Сал, где ты? Итуал пробудил силу, которая была во мне скрыта. Но не могу я вернуться в твой мир. Ты должна стать моим мечом во тьме. Сила, которую я чувствую. Это ты? Да. Ни хрена себе, Сал. Ага, не говори. Эр. Нихуя. Ого. Спасибо, что доверился мне. Я бы не смог владеть этой силой сам, Эш. Это все благодаря тебе. А тебя надеем... А тебе надеем пару культистских задниц. Ебать! А у нас что-то есть? Остановить культ? А мы бегать не... Конечно, мы не можем бегать. А подожди, а можно с маской повзаимодействовать? Ну так, чисто. Чисто из интереса? Нельзя. А куда идти? Можно назад пойти? Нет, нельзя. Капец! Здесь она... Это, а тут это... Блин, какого? Хорошо. Погнали дальше. Погнали, чё, погнали? Погнали убивать культ нафиг. Пошли они в жопу, эти культисты сраные. Так. Муха. Я вам сейчас жопу-то надеру, жопу-то я вам надеру, надеру. Почему здесь так пусто? Это нехороший знак. Мне так нравится. Наконец-то мы не терпила. Мы доказали, что мы не терпилы. Мы же можем чисто в теории сейчас пойти к центру. Они забаррикадировались! А, ход центральный зал запечатан. Как нам туда попасть? Думаю, я смогу его открыть. Ага. Ну, это по скриптам проходит, окей. Угу, черепочечки. Так. Я могу проходить сквозь. Ема, не, я вот это хочу на превьюшку. Заметки. Так, первое пророчество объединяет небольшую группу туземцев из племени Греев. А! Душа Терранса уничтожена. Это записки Тода, мы их читали. Так, подождите. Сейф, 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 надо этот. Консоль. Ага. 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 Но третий не работает. Ага. Интересно. 1, 2, 3. Так. Опаньки. Я так-то и случайно. Боже, как это классно. Опа. И чё? И что мне теперь, что? Это типа я не нашла какие-то штуки?
Это какая-то секретка, которую надо было найти, ища вот эти все... Блин. Ну а что я? У меня нет вот этих вот штук. Да, получается. Но я могу сюда вернуться? А, нет, не могу, ладно. Что это за хреновина? Сейф. Заметки. Тренса Эдис... Рождается Тренс Эдисон. Его родители заключают сделку со советом, поэтому мальчик был благословлен от рождения, чтобы стать точкой входа для бесконечного. Цвета накормила человеческой плотью. Эта информация скрывается от родовых последователей. Нет, это мы не читали, подождите. Построение пост... Подождите, первое пророчество объединяет небольшую группу туземцев в изменении Грейв. Колонисты прибывают в Нокфелл, брак между Стилтали Грей и Уэсли Розенбергом. Объединяет их группы. Построен первый храм. Построено пастырство Фелпс, чтобы скрыть храм. Используется для индоктринации последователей набора новых членов. Еще один церемониальный брак между семьями Грей и Фелпс. Подробности не ясны. Дитя мерзости впервые упоминается в пророчестве и становится частью учения. Начиная с подготовления к его устранению. Построен апартамент Эдисона, храм расширен, число членов культа растет. Вот. Рождение Терренса. Вот, совет Камилы и человеческой флоти скрывается от последователей. Новое пророчество гласит, что смерть дитя мерзости придет с неба человека. Они считают, что это я. Это очень сильно поможет пожирателям. Душа Терренса уничтожена бесконечным, его родители убиты. Внешность мальчика начинает меняться, поэтому совет запирает его в комнате, чтобы сохранить тайну. Они способны черпать силы из чудовища. Первая тень успешно призвана. Это космические хищники неуловимы. Мои исследования показывают, что их можно сдерживать и даже уничтожать достаточно сильным источником ультрафиолетового света. Но только когда у них нет носителя. Инициация. Так. Это все, конечно, хорошо. А что по кодам? 1, 2, 3, 4. Шо? Ладно. Все равно надо что-то сделать здесь. Вот тут я уже ничего не понимаю. Тут я уже реально ничего не понял. Окей. Значит, 1, 9, 8, 3. Вот, Лиза. Я знаю, что вы слава ненавидите меня за то, что я ушел. За всю жизнь мне не приходилось делать ничего труднее. Это разбило мне сердце. Возможно, тебе уже совсем не важно. Но я хочу, чтобы ты знала, что я ушел, чтобы защитить вас. Думала, что смогу уберечь вас, сохранив в секрете. Я связался с опасными людьми. Они угрожали причинить вам вред. Если я присоединюсь к ним, я считаю, что они ответственны за мертворождение нашей дочери. Хотя я не нашел убедительных доказательств. Теперь они планируют массовое убийство детей по всему миру. Они думают, что эти дети представляют для них угрозу. Я должен их остановить. Этот чертов культ играет могущественными силами, которые не понимают. Это я саботировал их деятельность везде, где только мог. Но мне нужно принять более решительные меры, чтобы установить убийство. Скорее всего, я не выживу. Надеюсь, вы с Лайей сможете меня простить. Но еще больше я надеюсь, что вы оба проживете долгие счастливые жизни. Люблю тебя каждой частицей своего разбитого сердца, Джим. И все-таки мне надо что-то сделать. Так. Документы, это, конечно, все хорошо. Проходим влево, отодвигаем шкаф от стены, идем. Шестигранная фишка с цветами. А, подождите. А с этой штукой мне что-то можно сделать теперь? А с этой штукой мне не рассказывают, что... А, нет, можно, можно. Бегунок. Так, значит, это должно быть здесь. Это... А, все, уже пора сработало. Что это за хрен? Так... И что мне это дало? Нет. Шиметрический лес, отпираем дверь. Проходим вправо. Что, теперь можно уйти типа отсюда? Получается. Ну, идем, значит. Ага. О, открыто реально. Привет. Ну, приветики. Комунтисты. О боже, Тодд! О боже, мне надо будет это цензурить! Мы ожидали тебя. Что вы натворили? Пришло время последнего снисхождения.
Этой ночью человечество победит Бога. Боже. Вы убили их. Как и многих других. Нам предначертано быть большим, чем... Заткнись, чертов псих, я тебя прикончу! Я ожидал, что сначала ты так подумаешь. И шо? Пошел в жопу! Надо просто подождать, когда они подойдут. Опа, все. Шо, давай, давай! Подходи, подходи, давай, 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 давай! И вам! Что, что? Ой, что происходит? А что происходит? Тодд! Они все в мерзости. Не волнуйся, я бы тебя вытащил. Сал, это ты? Лай! Лай, отходи! Я думал, что больше никогда тебя не увижу. Что произошло? Когда сгорел домик на дереве, я оказался в пустоте. Ох, чувак, как же долго я там бродил. Очень долго. По тебе заметно. Зато была так классная. Но да, там было странное дерево с такими типа космическими корнями. А как ему собирались всякие создания и поклонялись ему. Они называли его Мать Сущего. До сих пор не понимаю как, но оно помогло мне найти дорогу домой. Кажется, я его видел. Или чувствовал. Ты с кем связан? Мы все с кем связаны. Лай, про Лизу, я... Чувак, не нужно слов. Я все понимаю. Но я... Все в порядке. Серьезно, иначе бы их души уничтожили. Я рад, что твоя душа не растворилась в пустоте. Пока не растворилась. Но тот был прав по поводу второй смерти. Душа остается в пустоте и прощается в ничто. Звучит жестко, как... Жесть как бесповоротно, но больше я об этом ничего не знаю. Ты знаешь, как спасти Тодда? Думаю, я смогу его вытащить. Удивительно, что он так долго продержался. Он всегда был слишком сильным парнем. Чуть не забыл. Я тебе кое-что принес. Нашел я в пустоте. Оставь Тодда на меня. Тебе нужно сдержать тени. Они начинают просачиваться в мир. Хорошо, будь осторожен. И ты тоже. Так. Они пришли. Надеюсь, нас никто не предает. Что? А надо было убежать? А надо было убегать? Они пришли. Подождите. В рот тебе в жопу, красноглазый урод. Я понял. Я не знал. Надо что-то делать. Я думал, это скрипты. Уйди от меня. Реально, пойди в жопу. Пойди, просто пойди в жопу, пойди в жопу. Боже. Это пипец. А дитя мерзости, это получается был Эдисон. Жесть. Как чувака, конечно, помотала жизнь. Боже. Мне жалко Эдисона. О, здравствуйте. Тебе, я тебе не позволю. Я не удивлен, что ты предал нас. Ты всегда был для меня разочарованием. Я тебя туда же... И тебя туда же, монозон грёбаный! Ты знаешь, ты не оставишь нас, сын. В смысле? Оооо! Нихренес! Что происходит? Что значит сказать? Эшли, убирайся отсюда, сейчас же! Все не может так закончиться, мы должны... Я должна... А можно мне потом этот момент? А если это плохая концовка? Давайте нет. Или надо было? Или надо было, или не надо было? Так. Ага, ага. 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 Я могу просто спамить. О! Я здесь, Тодд. Держись, дружище. Так. Просто... О! Ага. У меня жизни нет. У меня же жизни нет. Фух. Боже, боже, боже. Он не поворачивается. Нормально ведь. А, нет.
нет, 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 подорвать щиты было бы просто слишком просто. Поэтому мы не будем подрывать. Мы будем страдать. Ну-ну-ну, давай, подходи, тварь. Ага, хорошо, иногда зацепляет несколько. Вот так вот. Вот таким макаром, вот таким макаром. А можно как-то по-другому? Можно тобой как-то мышкой управлять, я не знаю. Типа, блин. Ну, куда я мышку? Это было бы проще мышкой управлять. А, я могу... Ага, хорошо, то есть... Даже если немножко на них попадет, то уже хорошо. Так, живем. Хорошо, на этот раз все получше, боже. Боже, 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 помилуй, 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 помилуй. Как бы вас так убить аккуратненько всех? Какая ты тварь, какая ты падла. Хорошо. 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 Давай, 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 подходи, 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 тварь. А сколько их надо убивать? Я ж не могу даже на месте одном стоять. И оно ж не будет зацеплять их сзади, типа. Блин, как неудобно. Я могу вот так вот стоять на месте, типа. Лучше не надо, на самом деле. А вот сзади ко мне не надо подкрадываться. А вот сзади ко мне не надо подкрадываться. А может даже и нормально вот так вот посерединке стоять. А? А? Есть! Фух. Господи боже! Давайте, подходите, подходите. Боже, вот это жесткая заруба! Блин, я хочу, чтобы, чтобы меня ёбнули, я хочу скрин сделать. Все, есть. Ну, это красивый скрин просто. Так. Все, я понял. Блин, неудобно на букву R. Неудобно. Да ну, блин, ты... Они два сразу со всех сторон. Они со всех сторон. Ладно, сначала этого. Медленная. Нормально, живем, живем, живем. А, мы бесконечны. О боже. Это Эдисон? О боже. Ну, живем вроде. Ага. Теперь Ларри? О боже. А почему стул отвел? Или он повернут? Не, он повернут тоже. О боже. Что-то так стрёмное, брат. Боже, что это? Создатель всего сущего лагается в нашем нутре. Его сила течет в наших венах. Я вам не верю. Сломленная душа пытается противостоять неизбежному, но мы вечны, мы превзошли самого Бога. Вскоре ты станешь един с бесконечностью, мой последняя ступень развития человечества. Я никогда к вам не примкну. Что происходит? О! Ага, 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 хорошо.
Ой. Произошла оказия. Ну, произошла оказия. Давайте сначала. Давайте вот так вот. Аккуратненько, каждую вот эту. Не будем спешить, как говорится, нам спешить некуда. И второй раз. О, боже. А. Давай еще! Давай, говно, по новой! Боже, надо быстро. Двумя руками! Отставим таймер пока. Боже. Медленно ты, конечно, брат. Блин, классно на самом деле. Это прям конкретная заруба. Есть. Я выжила. Все? А, нет, не выжила. Я думала, можно два зацепить. А два зацепить нельзя. А, нет, можно. Получилось зацепить. Боже. Давайте. О, да! О, да! О, да! Это заруба века! Это заруба века! Химать, мы смогли! Мы смогли! Вот. О, мы его оживили. Эй, ты в порядке? Лары. Лары? Вот ты видишь. Прикольный прикид. Ты когда успел так постоять? Долго рассказывать. А ты когда успел с витяжками завестись? Долго рассказывать. Все кончено. Мы справились. Тогда почему я себя так немного чувствую? Ты уверен, что все кончено? Похож на то, но я просто... Вот. Ты жив? Где? Что произошло? Кажется, мы их остановили. Ох, чувак, как я рад, что ты в порядке. Как здорово, что ты вернулся, Тодд. Мы все расскажем, только сперва тебя подлатаем. А сказать придется много. Ребят, просто хочу, чтобы вы знали, как много вы для меня значите. Я вас всех очень сильно люблю. Мне повезло, что я был с вами знаком. Я очень рад, что смог с вами увидеться. Мы тебя тоже любим, Ларри. Ты в порядке? Простите, у меня осталось совсем мало времени. Ларри. Я и не думал, что будет так страшно. Но мне бы еще чуточку пожить. Что? Нет, куда он? Он не может с тобой идти. Он только что повернулся. Это был Ларри? Ага. Может, мы с ним еще увидимся? По ту сторону небытия, если оно существует. Конечно, финал! Это финалочка, конечно, что-то с чем-то. Это что-то с чем-то продолжи. Как? А в смысле? Серьезно? Серьезно, оно будет дальше? Вау! Вау! У меня аж мурашки по коже. Вау! Это, конечно, ребята! Вау! 60%, 68%, блин! Блин! А чё? А чё так хорошо-то?
У меня же не все достижения есть. Да? Угу. Не хочу с этой игрой, типа, расставаться. Конец. Слушайте, ну это было хорошо! Но в смысле продолжение следует? Я в офиге, ребят. Ладно, это было хорошо. Это было очень хорошо. На самом-то деле. Мне понравилось. Вау. Вот, ну просто вау. Просто бум. Это прям... Я не ожидал, что все будет так. Я не думал, да, что такие сюжетные повороты тут могут быть. Мне это даже напоминает чем-то фэнбол, но там не было, по-моему, такой битвы, типа, как здесь. Но это просто отвал. Мы побывали в нескольких разных играх, разных стилистиках, и, блин, просто бум. Просто мой мозг делает бум. Просто вау. Белиссимо. Белиссимо. У меня слов нет. У меня не хватит слов, чтобы описать, насколько это хорошо. Ух. Ладно. Я надеюсь, что вам понравилось. Значит, у меня все слова выйти. Всем спасибо за просмотр, ребятки. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вы хотите еще игр от меня увидеть. И будете предлагать свои игры тебе в комментариях. Ну а с вами была Хэппи. Увидимся с вами в следующих сериях, ребятки. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Боже.